Одна из известнейших гравюр Дюрера – «Четыре ведьмы». В тесной комнате, как каменный мешок, четыре обнаженные женщины. Они по-разному повернуты к зрителю, взгляды их направлены на что-то невидимое. На голове одной высокий чепец, у двух волосы повязаны косынками, у четвертой – роскошные косы, полураспущены. У одной неожиданно маленькая головка на большом туловище и строгий, правильный, почти классический профиль. У второй – мягко очерченное миловидное лицо с выражением страдания и тело более юное, чем у остальных. Третья повернута к нам спиной, лица ее не видно. У четвертой, она полускрытая за остальными, под низко надвинутой на лоб повязкой, подчеркнуто простоватое лицо с недоверчиво сжатыми губами. Тела их тяжеловесны. Впрочем, представления о красоте меняются, а Дюрер, по-видимому, вовсе не собирался изобразить в этой гравюре идеальных красавиц. Зато они очень живые и заставляют думать не об античных грациях, а о живой натуре, которая послужила художнику моделью. В Германии той поры мужчины и женщины нередко посещали бани совместно, и Дюрер мог рисовать здесь обнаженную. Над головами женщин шар с датой и тремя таинственными буквами OGH, которые расшифровывают по-разному, но не слишком убедительно. Неизвестно даже, немецкое или латинское изречение скрывается за этими буквами. Многие аллегории и символы, понятные современникам Дюрера, для нас темны. Смысл их утрачен безвозвратно. Мы любуемся гравюрой и пребываем в недоумении по поводу аллегории, заключенной в ней и не раскрытой до конца ни одним комментатором.